вода. Принято играть без воды, потому что с водой связано огромное количество багов. И если вы о них не в курсе, советую воду убирать. Можно выставить, чтобы был большой континент, который окружен водой. Можно вообще выставить, чтобы одни острова были. Случайно ставить, ну, на свой страх и риск. Вообще принято играть без воды. Запомните это.